Так, в Харькове есть знак 50-я параллеля. Харьков стоит на 50-й параллели. Даже я сейчас стою на 50-й параллели, между прочим. В Харькове есть экватор, и в Харькове есть меридиан. Обозначили уже все. Единственное, чего в Харькове нет, так это нормальной весны. Есть какие-то аномальные штормовые ветры и снега. Сегодня утром, в 7 утра на работу шел. Три висела в нормальном состоянии. Наверное, это как лети-лети лепесток через запад на восток. Третий отрываемся, флаг загадываем, чтобы быстрее пришла весна. А то как-то для 18 апреля, а сегодня 18 апреля 2017 года в городе Харькове. И он не за полярным кругом, а на 50-й параллели, как я и сказал. Сейчас покажу абрикосу в цвету, если из-под снега ее выковыряю. Абрикоса в цвету и в снегу. А? Ну разве не красота? 18 апреля. Готовимся к майским праздникам.